Всем привет! Я хочу сегодня вам продемонстрировать одежду, которую я заказываю у блогера на YouTube-канале, который я оставлю ссылку в описании. Ой, расстегнулась уже. Собралась расстегиваться, решила вам снять видео. Значит, вот такую блузочку я заказывала. Там одежда всех размеров, и больших, и маленьких, любых. Очень красивая одежда, качественная. И совершенно по экономичным ценам. Значит, вот такая блузка у меня белая, прозрачный рукав с такими, не знаю, бархатными такими штучками, текстуру, не знаю, видно, не видно. И я ее все-таки решила одеть под жилетку, потому что она мне слегка великовата, то есть больше мерит. Так она выглядит вот здесь, в принципе, одна неплохо. Я уже помялась в конце дня, а гладится она все хорошо. Но мне она все-таки большевата, надо на размер было меньше. Цены все узнавайте на канале, ссылку оставлю. Значит, и еще я заказала потрясающий пиджак. Я вставлю вам фоточку, я на 8 марта в нем ходила. Очень крутой. А блузка вообще, ну, выглядит очень дорого. У меня все расхвалили на работе, хотя стоит очень бюджетно. Вот видно, что чуть-чуть мне она великовата. И, в принципе, ее можно носить как и под строгие брюки, да, вот у меня строгие со стразиками такие. И можно с джинсами, чем угодно. Вот, поэтому я думаю, может, я как-то ее чуть-чуть даже ушью и, соответственно, буду носить под какие-то джинсы. А так вот такая штука, супер, по фигуре скрывает все недостатки, не обтягивает ничего. Так что очень советую вам этот YouTube-канал, и у нее есть страница ВКонтакте и Инстаграм. И, соответственно, вы можете туда пройти, подписаться на канал, она часто снимает видео о том, что у нее есть наличие, и можно заказать с доставкой из Москвы. Почта России доставляет вообще в любую точку страны. Или даже есть и самовывоз, по-моему, в Москве. Так что смотрите, классно, присмотритесь обязательно, вообще я супер в восторге. Еще у меня такая сумочка, сейчас похвалюсь тоже оттуда же. А сумки я тоже заказываю только там. Она такая перламутровая, жемчужина, я бы даже так сказала. Я вот планирую весной ходить вот так. Такая сумочка. Да, ну, не под другой наряд, конечно. Ну, под этот, может, тоже как-то обыграю. Вот. Так что я вообще одеваюсь практически только там. И под эту сумочку я даже вот заказала вот такой зонтик. Он тоже, знаете, такой перламутровый какой-то. Я думаю, весной все равно будут дожди, только с розовым. Ну, в общем, все у меня под цвет. К весне готово. Решила, не отходя от кассы, вам показать пиджак. 3/4 рукав. Я вставлю, как на мне смотрится. Это кулончик у меня висит тоже на вешалке. Я его постирала. Офигенное качество. Классно гладится. И выглядит очень презентабельно. И прям вообще скрывает все недостатки. И это у меня мой размер, размер, размер. То есть здесь прям заказывайте смело свой размер. Единственное, я вот думаю заменить вот эту пуговицу. Хочу какую-нибудь черную с, ну, с какими-то деталями. Мне кажется, будет смотреться покруче. Так что вот такой пиджачок у меня. И очень тоже бюджетно вполне. У нас я за такие деньги в магазине точно пиджак бы не купила. Поворачивайся. Нормально так. Новый велик, да. Садись. Дедушка подарил тебе на день рождения. Нормально так. И что нужно сказать? Спасибо. Я в шоке. Ну, дедушку поцеловать надо за это, наверное. А вон сзади педаль, лянь, какая. Подожди, давай сейчас.
Надо снять же его с этого, с подножки. Ну что, ему пониже ее сделать, не? Нормально. И вот такая теперь прелесть у меня стоит под порогом. Но радует одно, я на нем тоже могу кататься, потому что он такой уже мощный. Ну блин, что мне, я вчера убирала, и в итоге, здрасте, Настя, велосипед. В подъезде оставлять опасно, у нас подъезд не закрывается, поэтому, не знаю, будем что-то придумывать, может цепь с замком. Хотя, когда она кого спасала, не знаю. Ну, в общем, на лето я чувствую, велосипед у меня будет до самой-самой зимы.